Мойзес Виванко, Чунчо Зеленый Ад. Бесстрашная дочь инков приходит в джунгли, где вечно царит зеленый сумрак, и куда лучи солнца не могут пробиться даже в самый светлый день сквозь густую листву деревьев. Девушка слушает пение птиц и голоса зверей, а затем отвечает им, и голос ее звучит то задумчиво и нежно, то призывно и властно. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah.